Ладно, ставлю рыбу. Серхи. Лёш, Байера можно запускать или на сундук пойдем? А то ты еще с Байера не возьму. А, да, типа, вчера же говорили, то, что на сундук нельзя брать. Теперь. Ну, только если вагоник кайф. Так как? Ну, в смысле, ты берешь, он прыгает с платформы, да. И ты бьешь 24. Ну, тогда надо разрешение РЭЛ. Же говорю, сейчас так не получится. Все маленько, да, рейд не такой. Значит, надо цены на шмот поднимать. Тоже вариант. Неликс, это чтобы осквернение быстро уносить. А еще в таком случае из-за лока вдруг шмотка не упала, а лича убили. Чтобы он в следующий раз пришел, тоже убивай. Плюс, типа, чего он получает, ну, это звание. Я говорю, он приходит, получается, как сначала платит за чиву, если не упало, то в следующий раз доплатит тоже чисто за шмотку, а не за лича. Анкил, если не с кем поменяться, всегда можешь кинуть. Это твой, ты второй. Кто ловушку поймает, дополнительно 100 ЕП. Проверка на пул. Ну, прости, у тебя стоит тринка? Да. Что там? Спасибо. Уже, наверное, здесь? Наверное, если готов, плюс. Если иннер нужен, хилы, пишите сразу, а не как высохните, потому что всего два друида. Пула сильная, не врывайтесь, может подвиснуть. Кстати, слышь, что у тебя? Я себе вторую шаемку буду собирать. На кого? Прости, но она же тебе пассивно дает СПД. Каким образом? Ну, первый соберу, потом второй буду собирать. Ты что, наркома? Так нельзя же. Можно, почему нельзя? Ты будешь молить о пощаде. Но это дичь какая. Мне можно подвинуть, сильно не врывать. Отчаянные крики послужат доказательством. Моей да взял бы Глору себе, да и все. Глору ты забирай себе. Да мне она не нужна для вас. Чё, где тотемы? Вот, блять, иди забирай. Убери пока пару. Всегда с пулок. Красиво, козы. Или передвигайтесь, не застать вас. Лёха лагает? Ага. Там лич гуляет, можно ловиться. Ложитесь. Точно можно падать?
Да. Кто там простой П говорил? Дадите диван кто-то, или уже нет? А. Адмирал, у тебя какая мышка? У меня мышка, на левой кнопке мыши есть еще сбоку еще мышка, которая нажимает двойным кликом. Вот, так ее просто зажимаешь, и она по КД там где-то раз в полсекунды сама прожимает все. Я одного не понял. Вместо автоклика. Как можно сдохнуть от срыва Агрока с Фарада, и как можно, блять, улететь от ловушки? Так ты завис там. А там, блин, кольнули. Сказали ложиться, я в лужу забежала. Я тоже забежал полетать. Сказали, мы же говорили, кто зайдет в ловушку, тому стоит, бля. Ну, Агро сорвать, потому что на пол ушел в тебя, потом забрал воин. Я разглядел первые стаки, там было Агропа. Я вообще не понимаю, как мелиатака лич может уебать РД вообще. Смотри, там пошел Фарада, потом пошел Радвар, потом я пошел по агро. Ну типа он на меня побежал. Понимаю, он побежал этот. Фарада. Эй, где таунт вообще? Таунтил шаркаря. Маленького. Дилка на тебя не работает, таунт не обдуляет, потому что тебя никто не бьет. Так ты что не обдилку? В роуминг, так у него таунт, он же на шаркарях, ебать. Ему нужно дилку кидать на танка. Дилку я кинул потом, пускай когда кидает. Ты забрал. О, милика, по-любому милику урон. Всем. Лорус готов? Нет, я только пришел, я релогал. Я могу вообще без дилки оттанчить здесь. Если Лёха, ты лагаешь, то можешь на шаркарях встать, а вот будет... Пул, первый жить. Пул всегда, блядь, с клиентом. Там, может, если ты дурак вылетишь, ты можешь спокойно на шаркарях стоять на месте и всё. А вот, повоет, плечо. Вага или Лёха, дайте каску. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не... С ловушками не слакать, что ли? И метки побыстрее выносите. Чему ты хотел сказать? Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайшую жизнь света пропустил рождение. Лишники, перемещайтесь.
Дим, на ману даю. Хильте гриба. Серьезно, хилы, блядь, спуститесь, прохильте. Сейчас все нормально. Он далеко улетел. Печеньки хил. Продолжение следует...
тебя что, есть время в чат писать, что ли? Я не понимаю. Один процент переход. На Вагу дай метку. Чист. Свет. Вот, заберешь первого. Попыл на Вольде. Кризис, ну уйди ты с этой полоской. Ну что ты специально в центр? Этот рейндж держите, сфера бейте. Жанель, я на первой комнате сразу дам Старфол. Давай, где там сиськи? Отдашь под конец, если будет. Смотрите. Добейте сферу, захватывайте. Ты не забудьте походину. Кто чешку? Жми, у меня нет. С комнату прогрузила? Да. Поле пал частицу и щит. Я тебя руку удал на нанес. Осквернение. Куда это? За Лёхой. За товары испугался. Я наверх. А чё, осквернение было, нет? Нет, да. Держите раньше. Вот, забери. Что, блядь, видите про товара. Частиц. Пойду в сторону. Зубы дух, когда не вешать, я скажу, да. Не, я-то здесь. Просто. Охуя. Крылья где пока на КД. Скрылась. Да не прыгай. Вот там, блин. Гриб, блин. Зубы давай. Сначала комнату будет. Переводим уже, воин. Во время каста. Знаем, дам Старфол. Не. Чешки нет. А велики как тебе будут бить? Да, Масак, все нормально. Похоже. Не растягивать. Дай по Молдозару похил. Кто там справа, блять, один бежит? Если СС есть, дайте на пианист на вылет. Лича уводите и за лича встаньте. Жене надкинь, если можешь. Ёпта! Молодец. За лича встаньте. Крылья довольны. Ну, Элик, с одного духа можешь ловить. Ничего страшного в этом не думать. Залеча встаньте.
Уже, наверное, Starfall КД, если есть, отдай. Комната 40 секунд, да, длится? Нет, Дерса. Даю. Поднял его это. Долго хп. Духи, 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 духи. Ловите. Ребафы по варам дайте. Не ебанет. Да нет. В блок ушла. На крылья еще не тебя кидал. Дальше. Крылья тотем, сработали, они тебя вытащили. Шаман, тотемы не забываем. Осквернение! А, блядь. Это было, сука, страшно. Лич впал в вершу, потому что гриб умер в комнате. Вы бы видели, как... 3 минуты КД на них висит. Вы бы видели, как я сегодня в десятке лича убил. 232-м шаманом. Дерь? В смысле не прыгать на лучшее искорнение, нужно прыжками его прыгивать. Чтобы весь рейд забанили, я не буду кису. Мне пришлось там лужу, ну, оскорбление вынести, я старался... Чтобы от всех подальше, как бы, но в середине. На первой комнате у меня этот загрузка пошла, типа комната прогружается, и вы уже выходите из комнаты. Я выхожу. Короче, меня в комнату вообще не закинуло на первой комнате. С Якудзой так же было, по-моему, да? Ну там, типа того, да. Только на меня еще осквернение кинулось, я еще отбежал, пока лагал. И вынес его, короче. Да сейчас тоже осквернение пианиста под конец дал. Этот мир в пучину хаоса, а сирот пойдет от их рук. И ты... Смотрим в Дискорде раздел видео с рейдов. Ты когда получаешь тик, она развивается. Лужа выносится в другую лужу. С прыжком в эту лужу и с прыжком из этой лужи. И получается 0 дамага варам. Смотрим и наслаждаемся. Вары не танки. Ага, понятно, что нихера не понятно. Там даже замедлено в 2 раза для тех, кто слоупок. От паладина танчил Берсу, а вар нет. Я тебе говорю, ты слоупок. Тебе фартануло, если ты разводишь. Слышишь, мне жнец под Берсой дается и в блок уходит. Охуенно. То есть он должен был нанести там примерно 200 тысяч урона, блять, а этот нанес. Сапоги бы у тебя на Индже закончились, и ты бы остался в этой луже и разлил бы еще лужу, причем разлил бы 2 лужи сразу. Для этого и существует мой светлый мозг, чтобы такого не произошло. Блин, Теренас — это же отец король Артаса, да? Ну, по крайней мере, до этого. Последние, блядь, комнаты хоть... Теренас. Че, паладин? У нас гриб опять вагон, да? Все встали, а он нет. Ходи, паладин, ты тут? Да, что такое? Как зеленая джага тебе? Не начинай. Если зеленая джага, ты что-то куришь? Это он что-то курит, а не я. В смысле, какая? Не, ну все правильно, синий плюс желтый будет зеленый. Все, кто надо, там все поняли, про что я.
Так, открывай. Да, зеленая джага, я про сроду про нее ничего никогда не говорил. Про ты пять. Ну что, два этих, два древка? Палит Аркус. Сколько Аркус? Ну, ГЦ слобе. Или не ГЦ. Сейчас я заберу, бля. Да, да, да. Аркус вообще кому-то нужен, нет? Нет. То я могу просто его на это забрать. Может уже, но я, нет, не знаю. Попробовать. На селе. Ну, блин, три камня туда вбивать. Че, слобик забрать у тебя? Пианист, если на токен кто-то есть, можешь отдать. Мне не так нужен. Лех, никому не нужен там Аркус? Без ГП, если только я заберу, а так нахрен. Да не, у меня сжайная эта херня. Так что не надо. Для ПВП потом буду брать. Даже, наверное, что, не надо арку? Да слобик может уже есть. Но не ролит, значит, не надо. Может, уже полетал. У него теренаска. Ну, у меня тоже теренаска, но тут, видишь, скорость может быть как где-то на каком-то боссе и дух. Не, на хила Аркус побольше будет, чем теренаска. Я же, наверное, на в нагрузку ему. И завтра покажешь зачаренный, да? Чёрный брат, да, у тебя там? Из-за сокеченный. Опорка, да, будет? Там никто не ролил больше, да, Лёх? Ну, там же Ноэн ролил. Там, типа, у тебя выше ролл. Ну, ладно, сейчас мы сами решим. Дай мне мой осколок. Чё, пойдёшь сдавать квест? Роль. Блин, не мог через слэшор. 56 на эликс. 98, вижу, резист. После резиста, по-моему, анкил 70. Потом юти 64. Все новенькие. Первые три — это новеньких. Юти долишь всех. У него 64. Ну, если я правильно чат прочитал. Кто там первый? Первый? Первый резист. Да. Второй анкил вроде бы. Поправляйтесь, если неправильно смотрю. А да, третий да. Вроде бы ють. После ють идет, вижу, 56 нелик. Да. Короче, не все наравне. Кил, утя, блядь, неликс, это все наравне. Я третий. Ну, значит, что давай, кто заролил. Анкил это. Не, первый был этот, резист. Ну, резист только что въездил. Ну вот, раз... я просто не помню. Он первый раз убил кто? Меча. Ну, я 3 января вступил, а анкил, по-моему... Ну, а, ну да, анкил 20. Да. Вот тут и старых только Жануэн, и то он с ДВС стал. Вот анкил я... вроде тоже, нет? Не, осколочек. Что-то мне кажется, Лисаван на первом месте. Ну, это накрутка. Вообще, вон, видишь, я один заролил. Там гречка. Свичился, наверное, да? Чё, ты посмотри, там Starfall 3 ляма поедет. Чё, гоу Джанику, вольнём, потом поговорим. Как? Джанин же осколок не падает, да? Джанина нет. У меня один осколок остался, блядь. Так, Монорота надо запустить. Эдвард, ты как этот, кто там? Афоня? Это из-за тебя, блядь. Пеньте полечу, пожалуйста, у кого там скады знаешь, есть. Почему? Кто там еще, блин? Это... Мирал, ты когда последний раз в церковь ходил? Никогда. Не дам полина. Это все из-за сон. Ты жмот. Это ну, раз. Ев, знаешь, я сейчас дам тебе лапу, кто-то зайдет еще, да, эти... Ай-яй-яй! У нас тут только рестор-шаман, который не... Редвар, не забудь, у нас был протовар. При протоваре у нас всегда такая дичь.
У нас тут только шаман Гена, который ни разу не был, а так все остальные вроде бы. Это выходит из-за Войда, да? Давайте Войда кикнем нахуй из гильдии. Блин. Сразу с гильдии. Там осколки начнут падать сразу. Я автомат. Ну ладно, просто с платформы прыгнем. Надо админам написать, чтобы сделали щит легендарный. Ну че, Гена, давай мне тест дай. Специально для тебя? Да, специально. Блять, как бы ему сейчас это... Шамагол есть? Tell me when. Нету. Ладно, там хилбот, если или в воду, да, у тебя стоит. Киньте ему два дебафа. А, сам сейчас скину. Два дебафа себе забей. Получается. Первый взрывоопасный пламень. Да, это дебафы. И дикое пламя. Вот, пока забиваешь, слушай. Мисс Клик. Кричи, не пали контору. Них, подходи сюда. Смотри, получается, Шмагол, на первой фазе просто стоишь, хилишь со всеми. Это сначала в трусах, потом, когда скажут, все перебегут в звездочку. Получается, стоишь, просто хилишь. Когда говорят шторм, да, нужно набрать рейндж 10. Либо можно сделать так, чтобы оставьте трусы под шаман, из трусов просто все выбегаете, да? Чтобы ему было проще, после стоит в трусах и просто килит от него, на шторме просто все убегаете. Вот там, это первая фаза, да? А вторая фаза, будешь стоять также в трусах. Смотри, на перефазе, первую, на вторую фазу, посередине экрана появится кнопка. У тебя стоит...